Коробейникова. И вот выходит на свою короткую программу Ирета Эссилите. Я уже говорил, что мне очень интересна ее короткая программа. Дело в том, что она будет исполнять ее под музыку из кинофильма «Черный лебедь». Музыка Клинта Мэнселла, саундтрек из этого фильма. Дело в том, что под эту музыку исполняли свою произвольную программу Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Тут, правда, может быть немножко другой саундтрек, но во всяком случае она вполне соответствует теме. Дело в том, что этот фильм «Черный лебедь» – это такой очень сложный фильм, психологический триллер, трагическая история балерины, которая репетирует роль в балете «Лебединое озеро». Ну, накануне мы видели в исполнении Волосожара и Транькова, это действительно была драма на льду. Периодически звучат фрагменты «Лебединого озера» Чайковского. Вот посмотрим, как получится эту музыку передать на льду. Все-таки этой фигуристке всего 17 лет. Ну что ж, юная француженка просто молодец. Мало того, что она исполняла вот такую драматическую композицию,